О, персонажи. Бременские музыканты, помните? Вот они. Микрофон, микрофончик, гитара или бас-гитара. Ну, я думаю, найдут свое место и будут петь нам, как в детстве. Водяного, кто не помнит, а? Ну, привет, водяной. Что тут у него тут написано? Вот вам. Читайте. А? Какое милое создание. Правда красивое, да? Прилично. Вообще потрясающий эффект. Не знаю, телефон как передает, нет, но вообще очень красиво, мощно, красиво, очень. Вау! Да, конечно, царевна, собственной персоной. Вот она, красавица наша. А? Чего у нее там блестит? Не понял. Часы. Ходят, смотрите. Тикает. Видно его, нет? Идут. У этого видно кто-то стукнул. Ну, дети, наверное, ходят. А здесь что? Они поцелуют и ночью к тебе прис... Ну, конечно, я думаю, зачем у нее 2 часов даже? Один запасной, на всякий случай, чтобы день-ночь не перепутать. Ай да лягушка царевна. Вот так вот. Оу, а дальше колобок у нас. Только я не помню, у колобка зубы были, а? Их ты какие, сколько там их? В общем, колобок готов уже, или готова колобок, он или она, ну, в общем, зубы есть, может съесть любую лису. Вот такая вот штучка у нас. О, там какой-то механизм бегать, наверное. О, видите? Да, видишь, аж за ограждение. Или я не туда залез. А, я, наверное, не туда залез, тут продолжение. И заметил, что-то тут такое. О, да это, блин, это же гиря. Пилите, Шура, пилите. Она золотая. Да, тут я не знаю, тут, наверное, больше пуда. Конечно, явно больше. Да. Вот она. Где скрылась, спряталась. Рыжая. Затем наблюдает. О, Каркуша. Не дай себя обмануть, смотри. А то эта рыжая такая хитрая. Сейчас начнет хвалить, расхваливать. И уронишь сыр. А? О, какой. 1,75 м, наверное, ростом. Сидит на пне. О, наблюдает. Под дубом сидит. Не думайте, что все легенды формулы, автогонок Формулы-1, это они там. Нет. Вот у нас тут есть. Пожалуйста, первый пилот Сеня на Феррари. А? Как вам такое? На дозаправку ему нет необходимости. У него тут бак, компрессор, даже дрель. О! Ну, Сеня, бывай здоров. Красавчик.